Здравствуй. 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 Здравствуйте. 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 Вы Таня? Да. Здравствуйте, я Кевин. Здравствуйте, Кевин. Очень приятно. Очень приятно. Кевин, а где ваш багаж? Вот он. Так, чемодан тут, сумка тут. Ну, это не моя сумка. Не ваша? Извините, это не ваша сумка? Да, моя, спасибо. Кевин, а чемодан ваш? Чемодан мой. И рюкзак тоже мой. Это все? А где мой фотоаппарат? Фотоаппарат? Где же фотоаппарат? Вот он. Спасибо, Таня. Пожалуйста. Извините, где тут туалет? Туалет вон там. А кафе там? Кафе, да, вон там. Здравствуйте, вы Наташа? Да. А вы Маша? Да, очень приятно. Очень приятно. Сергей, это Кевин. Кевин, это Сергей. Здравствуйте, очень приятно. Здравствуйте, очень приятно. Можно? Пожалуйста. Раз, два, три. Поехали. Это наша Москва. Это стадион? Да, это стадион. Это парк? Да, это парк. Как красиво. Кевин, а это что? Это Кремль.
что это? Это музей. А это музей? Нет, это библиотека. А это метро? Да, метро. Метро Пушкинское. А что это? Это кинотеатр. Ой! Макдональдс. Да, это ваш Макдональдс. Кто это? Это Пушкин. А, Пушкин. Он поэт, да? Да, поэт и писатель. А это улица Тверская. Тут только магазины. А вот банк. И это банк. Банки, банки, банки. Это телеграф. А это театр? Да, это театр. А что это? Это гостиница. Это кто? Это Чехов. Это ваш писатель? Да, это наш писатель. Ну вот, улица Королева. Дом 4, наверное, там. Кевин, тут ваш дом. Раз, два, три. Все. Таня, это не мой пакет. Нет, нет, это мой пакет. Сергей, спасибо большое. Да, Сергей, спасибо. Пожалуйста, Кир. Очень приятно. Да. Таня, пока. Так, это тут. Вот ваш адрес. Улица Королева, дом номер 4, подъезд номер 1, квартира 10. Отлично. А вот и ваша квартира, Кевин. Номер 10. А где же ключи? Вот они. Да что такое? Можно я? Вот вы и дома, Кевин. Так, где тут кухня? Наверное, там. Ой, извините, это шкаф? Нет, это туалет. Ой,
Извините, а где шкаф? Не знаю, я думаю, он там. Это кухня? Нет, это ванная. А вы не знаете, чья это квартира? Кто здесь живет? Я думаю, здесь живет семья. Муж, жена и их сын. Вот его комната. Сын, а не дочка? Вот его игрушки, машины, вот его вещи. Точно. Вы просто Шерлок Холмс, Таня. Тут живет семья. Вот сын, а вот его родители. Это его мама, а это его папа. А там их комната. Интересно, где они сейчас? Я не знаю. Ну, квартира как квартира, Кевин. По-моему, неплохо. Диван, лампа, телевизор. Работает. DVD-плеер тоже работает. Отлично. И телефон работает? Телефон? Да, работает. А где мой пакет? Ах, да, на кухне, на столе. Так. Апельсины. Масло. Помидоры, хлеб, колбаса, а где же бананы? Вот они. Тут хорошо. Работает? Что, холодильник? Работает. Что вы делаете? Это обед? Знаете, Кевин, давайте на «ты». На «ты»? Отлично. Что ты делаешь? Это обед? Нет, это не обед. Мы всегда обедаем днем, а это просто бутерброды и фрукты. Можно? Нет, ты гость. Как же так? Ты работаешь, телефон работает, DVD работает, холодильник работает, а я отдыхаю. Ну и хорошо. А где тарелки, вилки, ножи, ложки, чашки? Что-что? Таня, не понимаю, я плохо говорю по-русски. Что ты, Кевин? Ты очень хорошо говоришь по-русски. Я говорю, где тарелки, вилки, ножи, ложки, чашки? Вот тарелки, вилки, ножи, ложки, чашки. Молодец. А вот и бутерброды. Пожалуйста, Кевин. Спасибо, Таня. Очень вкусно. Правда? Спасибо за комплимент. А чай? Интересно, где здесь чайник? Вот он. Пожалуйста, русский чай. Спасибо, Таня. Красиво. А где Кремль? Кажется, вон там. А где ты живешь? Я живу вон там. А мой институт вон там. А ты говоришь, мой институт. Ты там работаешь? Нет, я еще не работаю. Я студентка. Ой, Кевин, извини, я опаздываю. Вот мои телефоны. Домашние сотовые. И адрес. До завтра. Кто там? Ой, кто это?
пожалуйста, один билет на две поездки. Привет! Кто там? Это ты, Таня? Я. Ты уже дома? Да. Оля звонила? Сегодня нет. Интересно, как она там? Привет, пап, как дела? Нормально. А где твой американец? Кевин? Он дома. А как он, симпатичный? Очень симпатичный. Энергичный, веселый. Он молодой. Не старый. А кто он? Он фотограф. Смешной. Он хорошо говорит по-русски. А в Америке он где живет? Я точно не знаю. По-моему, в Вашингтоне. Таня, ты ужинала? Ужин на плите. Нет, спасибо. Я не хочу. Я опаздываю. Опаздываешь? Куда опаздываешь? Мы с Мишей идем в театр. Вот так всегда. Делаешь, и что? Так, это платье очень старое. Вот. Неплохая синяя юбка. А по-моему, синий цвет уже не в моде. Что ты, мама? Это всегда самый модный цвет. Вот синяя юбка. Красная кофта. И красные туфли. По-моему, неплохо. Нет, Таня. Юбка очень короткая. Что ты, мама? Это длинная юбка. И совсем не короткая. Ну вот же, хорошее желтое платье. Что ты, мама? Оно ужасное и совсем не модное. Ладно, ты делаешь всегда, что хочешь. Синяя юбка. Белая кофта. А туфли? Зеленые туфли. Таня, ну что ты? Синяя юбка, зеленые туфли. Но ведь это же театр, а не цирк. Юбка такая модная. А по-моему, очень хорошо. Ладно, я старая. Я совсем ничего не понимаю. Добрый день, Лена. Добрый день, Анна Борисовна. Познакомьтесь, пожалуйста, это Саша. Извините, как вас зовут? Меня зовут Саша. Очень приятно. Очень приятно. А меня Виктор Степанович. Очень приятно. Хотите ужинать? Нет, спасибо. А где Таня? Таня у себя в комнате. Таня, тут твои друзья. Чай, кофе? Чай. Отлично, спасибо. Привет. Лена, привет. Ой, как здорово. А это? И это здорово. Правда? А мама так не думает. Ну так это ж мама. Диски. Где они? Вот они. Пожалуйста. Спасибо. Новый друг? Интересно. Он студент? Нет, он уже работает. Он архитектор. Александр Сергеевич Пушкин. Кузнецов. Познакомьтесь, пожалуйста. Таня. А я Саша. Очень приятно. Леночка, чай, кофе? Спасибо, Анна Борисовна, но мы опаздываем. До свидания. Очень жаль. До свидания. Спасибо, Анна Борисовна. Ваш чай очень вкусный. До свидания. До свидания. А твой Саша ничего. Да, он очень симпатичный. Ну, мы уже опаздываем. До свидания. Пока, Таня. Пока. Алло? Да, это я. Кевин? Где ты? Что? Милиция? Не может быть. Какой ужас.
Нет, это ужасная ошибка. Хорошо. Хорошо. Что же делать? Цветочки. Красные, белые, желтые. Какие хотите, молодой человек? Вот эти, пожалуйста. Нет, вон те, белые хризантемы. И сколько вам? 3. Пожалуйста. Спасибо. The number is not available at the moment. Please try again later. Простите, вы не скажете, где Московский художественный театр? Вот он. А какой сегодня спектакль? Чайка. Ты знаешь, кто сегодня играет? Конечно, это же мой любимый спектакль. Миша, это ты? Извините. Это я, Васильев. Петя? А, извини. Как живешь? Нормально. Ты как? Работаешь? Да, работаю. Где? В клинике? В клинике я раньше работал. А сейчас? А сейчас в бизнесе. О, ты капиталист? Пока нет. А что за бизнес? Ветеринарный. А ты один? А где твоя подруга? Не знаю. Как не знаешь? А кто знает? Слушай, извини, я опаздываю. Давай. Все. Лишний билетик? 2. Сколько? Подарок. Привет, Миш. Извини, пожалуйста, ты давно здесь стоишь? Давно. Ой, какие красивые. Где ты была? Ты опять ревнуешь? Нет, я просто волновался. Я звонил тебе несколько раз. Абонент временно недоступен. Ну, где же ты была? Помнишь, я говорила об американце. О каком американце? О Кевине. Нет, не помню. Ну вот, ты ревнуешь. Ну почему же? Я внимательно слушаю. Нет, не слушаешь. Миша,
Ну почему ты молчишь? Какая я голодная. Я не обедала и не ужинала. Извини, это театр, а не ресторан. Ужинают люди в ресторане. Миш, ты опять начинаешь. Но я же не гуляла, понимаешь? Это важное дело. Какое дело? Понимаешь, Кевин... Опять Кевин! Я не хочу говорить о твоем Кевине. Ну хорошо, хорошо. Что же ты хочешь? Танцевать? Не хочу танцевать. Ужинать? И ужинать не хочу. Я тебя не понимаю. Танцевать ты не хочешь. Ужинать ты не хочешь. Слушать ты не хочешь. Да, не хочу. Таня, ты в театр? А какой спектакль? Спасибо. Алло. Таня, это ты? Да, я. Здравствуй, Миша. Как дела? Нормально. Я хочу тебя видеть. Я не могу. Я занята. Ты читала мое письмо? Читала. Ты еще сердишься? Ну, пожалуйста. Я очень тебя прошу. Я очень хочу тебя видеть. Ладно. Когда? Час дня нормально? Лучше три. Отлично. Где? На выставке, в галерее. Хорошо. Пока. Пока. Давай. Здравствуй. Здравствуй. Тань, ну извини меня. Я дурак. Ну ты же знаешь, что я всегда тебя ревную. Ты даже не знаешь, что случилось. А что? А случилось вот что. Кто там? Это ты, Таня? Кто это? Что вы здесь делаете? Я? Я здесь живу. Как живете? Здесь живем мы. Вы? Мы. Это наша квартира. А вы кто? Я? Я американец. Do you speak English? Yes, I do. А как тебя зовут? Меня зовут Ваня. А вас? А я Кевин. Американец? Нет, ты слышишь? Американец. Что вы здесь делаете? Я смотрел фотоальбом. Вы что, смеетесь? Нет, ты слышишь, что он говорит? Он в нашей квартире смотрит фотоальбом. Да это хулиган! Я не понимаю. Хулиган? Я не понимаю. Хорошо, вы не понимаете нас, мы не понимаем вас. Я знаю, что делать. Милиция?
Что случилось? Спасибо, Таня. Моя фамилия Смирнов. Мы живем на улице Королева, доме номер 4, квартира 10. Я ничего не понимаю. Минуточку. Не все вместе, пожалуйста. Что понимаете, случилось? Мы были на даче, а возвращаемся, в квартире живет вот этот человек. Он американец. Американец, а говорит, что это его квартира. Имя? Кевин. Фамилия? Джексон. Номер паспорта? Вот, пожалуйста. Что вы делаете в Москве? Я фотограф. Он хулиган. Вот он кто. Кто вы такая? Я знакомая Кевина Джексона. Имя, фамилия? Татьяна Володина. Почему американец живет в этой квартире? Хозяева этой квартиры здесь не живут. Они сдают эту квартиру. О каких хозяевах вы говорите? Хозяева квартиры не знают ни о каком Кевине. Это ошибка. Я не знаю, что делать. О квартире все знает моя сестра. А где она? Она в командировке. А ключи? Я же говорю, все знает моя сестра. Вы понимаете, что в этой квартире живут другие люди, а ваш хозяин просто жулик. Вот это да! Да, ужасная история. Ну а где теперь Кевин-то? А как ты думаешь? Ну не знаю, в гостинице. А вот и нет, Кевин живет там, в той квартире. Ну да. Да, Ваня любит английский язык, Кевин американец, они говорят по-английски. Значит, все хорошо. По-моему, все отлично. Хочешь, я куплю тебе этот браслет? Нет, спасибо. Ты же знаешь, я не люблю браслеты. А мне нравится этот шарфик. Можно я тебе его куплю? Что ты, Миша, это очень дорого. Да ну ерунда. Скажи, он тебе нравится? Да, очень. Какая красота. Нет, ну это дорого. Привет, Кевин. Что ты тут делаешь? Как что? Гуляю, фотографирую, покупаю сувениры. И что ты купил? Да так, ерунду. Карту, открытки. Ой, вы же не знакомы. Познакомьтесь, пожалуйста. Вот это Кевин, а это мой друг Миша. Очень приятно. Очень приятно. Я думал, вы не такой. Вам нравится в Москве? Да, здесь очень красиво. Люди хорошие. Симпатичные. Ну, люди как люди. Миш, я хочу есть. Вон симпатичное место. По-моему, там неплохо можно поесть. И, наверное, тут недорого.
Кевин, ты хочешь? Да, отлично. Тебе здесь нравится? Да, здесь очень симпатично. Ну, что мы будем есть? Кевин, хочешь посмотреть меню? Спасибо, лучше ты. Я не понимаю в меню. Хочешь холодный борщ? А что это такое? Ты можешь перевести это на английский? Я не знаю, как это по-английски. Это такой суп. Суп? Нет, спасибо, не надо. Может быть, зеленый салат? Очень хорошо. Зеленый салат? Ну, что тут еще? Хочешь рыбу, бифштекс или курицу? Я буду рыбу. А я буду бифштекс. А я буду курицу. Можно вас? Слушаю вас. Дайте нам, пожалуйста, зеленый салат. Помидоры, огурцы. Что еще? Рыба, курица и бифштекс. Рыба, курица, бифштекс. Отлично. А что вы будете пить? Я буду сок. Дайте нам, пожалуйста, бутылку белого вина. Вино белое, да? Можно мне воды? Какую воду вы хотите? Боржоми, нарзан? Я хочу просто воду. Просто воду? Хорошо. А на десерт? А на десерт мороженое. Пожалуйста, вода, вино... Сок. Пожалуйста, салат. Бифштекс. Курица. Благодарю. Рыба. Приятного аппетита. Спасибо большое. Пожалуйста. Вы учитесь в университете? Нет, я уже работаю. А где? Это длинная история. Я закончил ветеринарный институт. Миша, ветеринар. Ну вот, я учился, мечтал о дипломе, а еще я мечтал о ветеринарной клинике. Миша хочет организовать целый комплекс. Где? Здесь, в Москве? Да, конечно, здесь. В этом комплексе будет все. И клиника, и салон, и магазин, и приют. Здание у нас уже есть. И это самое главное. Главное. А лекарства, аппаратура. Организовать бизнес в России очень трудно. И в Америке это непросто. Так моя сестра говорит. Она бизнесмен? Да, она директор большой компании. А как называется эта компания? Cats and Dogs. Знаете? А по-русски мы говорим кот и пес. Да, знаю. Эта компания делает консервы. Правильно. Кошки и собаки в Америке их очень любят. Эта фирма очень популярна в Европе, но не в Москве. Они уже открыли филиал в Москве. Да, большой филиал? Нет, маленький, очень маленький. Может быть, им нужны контакты? Мы можем им помочь. Мы были бы очень рады помочь вашей сестре. Большое спасибо. Я ей обязательно позвоню. Может быть, и она может помочь Мише? Может, она пришлет информацию о своем бизнесе в Америке? Да, может быть. Прекрасно. Может, вы будете на «ты»? Хорошо. Ну вот отлично. Выпьем за наше знакомство. И за наше будущее.